не гнаться за удовольствием, а обнаруживать их здесь. Понимаете, вот моете руки под теплой, тепленькой водичкой, получаете удовольствие. Понимаете, вышли на улицу, небо, понимаете, суровый, но зато какое красочное. И так думать, а там за ним солнце, там всегда небо, тучи, за ним солнце. И вы так думаете, думаете, о как, вот оно хорошо. Вот. И вот и таким образом, по чуть-чуть, помаленьку, увеличивайте в своей жизни удовольствие. Чему учил Эпикур? Вспомните что-нибудь хорошенькое, что у вас было в жизни.